А, потому что Внимание, пошла съемка. Пошла съемка. Мы попали опять в объектив. Я не то сделал. Ну вот Америка хорошая страна. И, но какой-то... А тут и Миша Сухарский. Я смотрел... Виталий Урланец. Вся эта интеллектуальная элита или псевдоэлита. Интеллектуальная элита в Америке такая... хорошая. Я, правда, я с ней мало, почти не общаюсь, потому что у них есть крупный недостаток. Они не говорят по-русски, да. А я не говорю по-русски. Английский. Ну, это же ваш недостаток, а не их, да? Ну, я считаю их. Ну, как ему говоришь, он не понимает. Конечно, он виноват. Ну, да. Вот так. Ну, так сказать, все. Элита тут... Это я давно говорил. Еще когда мы приехали, быстро нащупал. Но... Ну, вот эти, которые везде, да вот... Вот они все знают, а с ними нельзя. Потому что у них... Они применяют... Берут что-то и применяют сразу научный метод. И ни хрена не понимают. Да. Потому что сразу надо... Это ли здесь надо по жизни надо тоже надо думать. Посмотреть. Ну, два. Вот как Гайдар. Разберем. Вот Гайдар же был тоже. Он все правильно делал по науке. Но он абсолютно не понимал, что он делает с людьми, и что-то надо осторожно, и надо иначе делать. Надо вообще, так сказать, бояться. Виталий, извини, пожалуйста, ты не читал в интернете переписку Коржавина с Гайдаром, с Егором? Нет. Вот возьми Google, напиши Наум Коржавин. Да. И почитай, что этот пишет ему Гайдар. Как же так? Вы же дружились с моим, понимаете, папой, с моим тестем. Да, да. Да. И вы вот такое можете. Я уже детали не помню, но я читал, внимаю, помню, я вам рассказывал. Там такая переписка, что. С тестем, да. с... Нет, то есть... Я ему написал, интересно. Я даже говорю, очень тепло вспоминаю вашу маму тоже, так что человек тоже, но. Мама. Ну он же сказал, а нет, была моя дочка Бажова. Да. Он твердо убежден, что он решал научный вопрос. А папа. Да, он решал вопрос, как папа моряк. Завтра жить. Какой моряк? Он... Тимур? Тимур журналист. Журналист, но он морской военный. Морской военный. Он потом был в Агаре. Что, друг друга? Люба. Ой, меня нет, я должна переодеться. Там преобразует другую одежду. Он был, когда я был в Ханзимжи и у них ночевал, он был. Не соврать, не то капитаном первого ранга. Совершенно верно, Виталий, ты у нас капитан первого ранга, Тимур. Кто, Тимур Гайдар? Гайдар, да, 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 стал, капитаном да, первого да, ранга, да, не то второго, я не помню точно. Это отец, вот... Отец, Егора, Тимур, Егора, и сын Аркадия Гайдар. И сын Аркадия Гайдар. Да, Тимур его команды, ты ну, да, Тимур конечно, Гайдар конечно. Учился с моим отцом, и они дружили. Да? Да, еще в этом в университете или где-то, это в Свердловске. А как бы Тимур его команда, он... Это Гайдар написал о своем сыне. О своем сыне, да. Тимур его команда была команда. Ну вот. А вот у Гайдара, у него мальчик жили, один дед у него Гайдар. Ну какие они все активные. А другой дед у него Бажов, тоже не хрен собачий. Да, да. Ну все поколения активные. Сейчас же это Маша Гайдар, тоже она молодец. А Маша вроде разумная девушка. Все на эхе, она умная девушка, она приятная, да, она красивая. Сколько ей лет, 20? Больше. Да, и красивая какая, я прям любуюсь ею. Она красивая очень, да. Я, к сожалению. И речь у нее прекрасная, Люба. Я, к сожалению, рассмотреть ее. И умница. Очень плохо она. Ой, я, знаете, да, вот жалко, потому что она такая красотка. Люба говорит, что очень красивая. Нет, приятная очень женщина. Ну, не настолько красивая, чтобы быть неумной, можно так сказать. Да, да. Ты, кстати, мне одну вещь тоже напомнил, да. Ну, в меру красивая, но зато умная. Вот так можно сказать. Это гениальная была не история, это про Бернарда Шоу, знаешь? Нет. Ему какая-то красавица говорит. Мы все друг друга снимаем. Если бы мы поженились, у нас бы... Ребенок был бы такой же красивый, как я. И умный. А такой же умный, да, как да, он. Да, да, говорит, да, да, да. Если наоборот получится. Если наоборот, да, да, да. Это я даже слышу, что это на правду. Красивый, как я, и такой же. Да. Да. Это действительно проблема. Да. Ну хорошо, так мы от Шевченко так перешли, да? От Шевченко, от Шевченко перешли, да. Как это самое, да? Да, Шевченко. Ну Шевченко типчик такой, да, странный такой. Какой Шевченко? Он говорит, Шевченко. Ну такой есть журналист. Журналист. Он, понимаешь, он, кстати, жил где-то на Кавказе, какое-то долгое время работал. Но он такой несет, что просто не может. Он несет все, что угодно. Сегодня он нес все нормально, он говорил просто... Очень нормальный. Но он же в палате этой заседает, да, вот в этой, как общественной? Называется, в общественной палате. Не уверен. По-моему, он. Сванидзе там заседает. И он тоже. Да, в том-то и дело. Поэтому у него такие амбиции, он, так сказать... Ну, амбиции бог с ним, но то что... Он же... Ему нравятся исламисты. Он говорит, вот Америка, она вся... Америка в тяжелом положении, и это правда. Может, я вот всему говорил, Америка...
Но все-таки Америка есть надеюсь, что она выживет. Да? Хотя трудно, потому что это элита, которые теперь американские, все эти харвардские студенты, которые были, они какие-то. Они слишком так применяют науку. Она только подумать иногда. Да, да, ну тут, конечно, да. И уже применить науку к той жизни, которую ты понимаешь. А если ты применяешь науку к той жизни, которую, по которой ты имеешь смутное представление, или да. тоже по науке, да. то ничего не получается. Да. Ох-ох-ох. Все непросто. Да. Скорее всего, ничего не получится ни у кого. Не, тогда получается хорошо. Я не про это говорю. Я про экономику. Виталик, что значит не получится ничего? Тогда мы все подумаем. Ничего путного не получится. Да, ну так что вот так будет все ухудшаться. И голод будет в мире, и все, что хотите, и все, что хотите. Голод. Мы сейчас через полчаса покажем, какой здесь голод. Что ты говоришь? Через полчаса или раньше мы здесь поймем, какой голод. Ну да. Да, Виталий, уже... дайте ему винегрет. На меня уже напал. Да, давай. Да. Виталий, будь другом, положи ему винегрет, потому что он голодный. Вот я тоже, да. Да, вот чтобы и, ощутить. Да, ты тоже ешь туда, я один. Может, а мы все будем, вы что думаете? Миша, а где рыбка? Может, надо рыбку? А рыбку у Любы надо спросить. Надо к винегрету, это очень вкусно. Это винегрет из рук. Не, рыбка соленая. Так она к винегрету, знаешь, как хорошо, делается да, это самое. Так, так что сделать с камерой? Ну, останови, нажми сверху, нажми. На то же ты нажимал? Нажми, да, она обычно останавливается. Все, да. Подожди, а это твоя камера? Это моя. А ты спрашиваешь, как, что нажимать? Я только купил ее. Общие принципы. А, они похожие камеры, да? Так. Ты не выключил, посмотри. Мы сделаем перерыв, момент.